10 марта вынесен приговор Артуру Атабекяну, известному в криминальной среде как Артур Молодой. Осужденный в 2018 году, Атабекяну предъявлено новое обвинение – занятие высшего положения в преступной иерархии, дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Еще раз отметим, это первый факт, выявленный на территории Тверского региона. Ранее уголовные дела по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не расследовались. Предварительным следствием установлено, что в 2016 году обвиняемый был признан так называемым «вором в законе». Осужденный в 2018 году, он был направлен для отбытия наказания в Бежецкую исправительную колонию, где, придерживаясь своего криминального статуса, 789 раз нарушил установленные правила внутреннего распорядка. За нарушение выдворялся в карцер и ШИЗО. Кроме того, в октябре 2019 года обвиняемый совершил применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника колонии. Благодаря колоссальному объему проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также тесному взаимодействию следователей СОСК, сотрудников областных УФСИН и отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска были получены доказательства вины фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях. Следователям Следственного комитета допрошено более 30 свидетелей, в том числе проживающих в других регионах России. Проведен ряд судебных экспертиз. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. По данным ГИБДД, только с 4 по 8 марта в регионе выявлены 102 водителя в состоянии алкогольного опьянения. 22 из них остановлены в Твери. В 9 часов 39 минут 8 марта 2022 года был остановлен автомобиль «Нива». У водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Водитель занял место в патрульном автомобиле, отстранен от управления транспортным средством. Ему будет предложено пройти освидетельствование в состоянии опьянения при помощи имеющегося прибора алкотестера. В связи с чем, получается, за руль сели в состоянии опьянения? Работа. Работа. Вот есть такое слово «работа». Вот ты же в любом случае на работу. И это. Напоминаем, управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Сотрудники ГИБДД обращаются к жителям региона. Увидели пьяного за рулем, звоните в полицию 02-102-112.